Каспийчане почтили память погибших в битве за Кавказ. В митинге приняли участие заместитель главы города Руслан Учакаев, председатель совета старейшин Ганифа Джабраилов, председатель совета ветеранов Афганистана Магомедариб Якубов, а также заместитель командующего Каспийской флотилии капитан первого ранга Сергей Ракаускас. Наряду с такими величайшими сражениями Великой Отечественной войны, как битва за Москву, Сталинградская битва, Курское сражение, битва за Кавказ, наверное, вот в этих перечисленных сражениях поставила окончательную точку в переломе, в исходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот значит, бесповоротную победу и дальнейшее наступление советских войск на всех фронтах, освобождение территории Советского Союза и дальше Восточной, Западной Европы и уничтожение фашистской Германии в ее блоке в Берлине. На мероприятии также присутствовали и представители подрастающего поколения. Это студенты колледжа машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе, академии милиции, школьники и многие другие. Самый юный участник рассказал патриотическое стихотворение. Давно уже прошла война, покрыты пылью фотоснимки, лежат на полке ордена, в углу военные ботинки, засеребрили сединой виски забытого солдата. Но помнит он последний бой и помнит, как рвалась граната. Далее присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания, после чего под музыкальную композицию в исполнении военного оркестра краснознаменной Каспийской флотилии «Журавли» состоялось возложение цветов к обелиску памятнику «Скорбящая мать».